Мемориальный комплекс, достойный подражания для других районов области. Так отозвался Александр Пеклушенко о братской могиле солдат в селе Чапаевка. Помимо нескольких памятников, здесь есть небольшая часовня. Комплекс возведен 6 лет назад. Там перезахоронены почти 1000 солдат. Этот опыт нужно расширять по территории каждого района. Я думаю, что мы изучим вопрос и, скорее всего, заберем его в собственность облсовета. Этот памятник, он будет печальной, но визитной карточкой Запорожской области.